всем огромный привет! Рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня буду готовить рецепт огурцов, битых огурцов, острых огурчиков. Этот рецепт мне давно уже не дает покоя, я на него смотрю, и мне хочется приготовить. Но опять же по-своему. А для приготовления огурчиков нам понадобится. У меня здесь около 300 грамм огурцов свежих, пару зубчиков чеснока. Я взяла перчик болгарский красный, базилик, петрушка. У меня где-то столовая ложка кунжута, 1,5 столовой ложки сахара, оливковое масло, соевый соус, бальзамический уксус и арахисовый соевый соус. Потому что я заменю арахис вот именно на этот соус, чтобы придать вкус нашему блюду. Что мы делаем, как мы делаем? Я положила наши огурчики в пакет, взяла скалку, и сейчас мы немножко будем над ними издеваться. Я их буду бить. Теперь я достаю огурцы из пакета. Я их буду разрезать на несколько частей. Вот как они бедные, измученные. Вот так я их разрежу. Отправлю сюда. Еще пополам. Можно вот так пополам. В общем, огурчик на три части, такие кусочки. И отправлю сюда наш сахар. Сейчас все дорежу. 1,5 ложки, повторюсь, у меня сахара. И хорошо их перемешаю вот так вот рукой с сахаром. Они пустят сок. Мы их отправим на 20 минут в холодильник, чтобы они постояли. И пустили сок. Тем временем, пока огурцы будут пускать сок, стоять в холодильничке, мы с вами нарежем перчик кубиками. Мы будем его обжаривать на оливковом масле. Нарежем кубиками перец. Небольшими такими кубичками. В рецепте вообще говорится о арахисе, но мы арахис не любим, он жестковатый, поэтому перчик нам даст и цвет, и вкус. Попробуем, что с этого получится. Вот так я нарезаю перчик, и сейчас я буду его обжаривать на масле оливковом. Добавляю на сковородку оливкового масла. И отправляю сюда наш перчик. Мы его сейчас зажарим. А тем временем, пока будет жариться перчик, я подготовлю наш соус, ингредиенты для нашего соуса. Я возьму петрушку. Порежу ее вот так вот достаточно крупно, не мелко. Вот так. Возьму пару листиков базилика для вкуса. Немножечко, чуть-чуть. Вот так. И тоже порежу его не очень мелко. Точно так же поступлю с чесноком, только я его не буду пропускать через пресс для чеснока, а просто нарежу сначала на кусочки и потом мелко порублю. Перец продолжает обжариваться. Я подготовила емкость, миску. Отправляю сюда нашу зелень. Отправляю сюда чеснок мелко порубленный. Теперь я сюда добавлю 4 столовые ложки соевого соуса. Так, раз, два, три, четыре. Добавлю сюда 2 столовые ложечки бальзамического уксуса. Раз, два. Добавлю сюда 1 столовую ложку арахисового соевого соуса для вкуса. Вообще добавляют устричный соус соевый.
но, к сожалению, нет. И сюда же отправлю кунжут. Здесь у меня чуть больше, чем столовая ложка. Перчик наш обжаривается. Нам нужно его хорошо обжарить. Перец почти обжарился. Вы заметите, что я добавила здесь побольше масла перед тем, как его жарить, оливкового. И теперь прямо горячий перец с маслом мы отправляем сюда в нашу смесь. Нам надо, чтобы масло было горячее. И перемешиваем тщательно. Если у вас перчика не будет, вы просто можете подогреть 2 столовые ложки масла оливкового для того, чтобы оно закипело, и отправить сюда именно горячее. Теперь я с холодильника достану наши огурцы. Теперь я возьму сито, возьму кусочек марли, и наши огурцы нам нужно отжать от лишней влаги. Вот так. Мы на них нажмем еще. Они хорошо пустили сок свой от сахара. Наши огурчики мы отправим в нашу заправочку. И все очень-очень хорошо перемешаем. Просто тщательно перемешаем, чтобы все соединилось, поженилось, понравилось друг другу. И оставим на минут 5-7, чтобы огурчики напитались нашим соусом. И будем наслаждаться. Ну вот так я оформила свой салат, закуску. Огурцы получились на славу. Остренькие, вкусненькие. Поэтому готовьте, пожалуйста, с удовольствием. Заглядывайте на мой канал. Всего вам самого хорошего. До новых встреч, друзья!